Начало отопительного сезона зачастую сопровождается увеличением числа возгораний. Сотрудники отдела надзорной службы совместно с администрацией города провели рейд по асоциальным семьям. Такие семьи входят в группу риска по числу пожаров. Рейдовая бригада отправилась в поселок Самбек. Печечку проверяли, дымоходы чистили, естественно. Да? Электропроводка в норме. Проверьте еще раз, посмотрите. В этом году более 60% пожаров произошло именно в жилом секторе. На пожарах погибло 9 человек. Из 9 погибших 6 человек находились в состоянии алкогольного опьянения. Отопление у вас печное в доме? Нет. Газ? Нет, нет. Вообще никакого? Чем ничего топитесь? Нету. А? Чем топитесь? Ничем. Ну, вы где печь? Костер? Ну, мы делать будем печь. Печку будем делать. Да. Самостоятельно? Да. Они же вот костры, где попали. Опознания какие-то есть печные? Нет. В доме курите? На улице. На улице, это уже хорошо. Алкогольные напитки, когда употребляете? Никогда? Или по праздникам? Не, по праздникам. По праздникам, да? Распознаний нет у вас в области пожарной безопасности. Даем вам материал для изучения. Все, кого в этот день мы посетили, получили напоминание о правилах противопожарной безопасности. Причинами пожара являются, прежде всего, это беспечность самих граждан. А именно, неосторожное обращение с огнем, в частности, неосторожность при курении и в основном в нетрезвом виде. То есть, граждане, прежде всего, соблюдайте осторожность. Не стоит курить в доме, воздерживайтесь от этого, тем более в нетрезвом виде. Далее идут такие причины у нас, как неисправность электрооборудования в доме и неисправность отопительных приборов. Пока что нет больших холодов, да, но отопительный сезон начался. Просьба нашего отдела к жителям города – проведите проверки отопительных приборов. Если соблюдать все правила противопожарной безопасности, беды можно избежать. По какому номеру звонить в пожарную охрану? Ой, по-моему, 03. А в случае пожара знаете, по какому номеру звонить? 010. По какому номеру звонить, если вдруг пожар произойдет? А ну-ка. Ой, господи. 21. Еще раз напоминаем, при пожаре следует звонить по телефону 01. С мобильного телефона 010.